продолжаем. Короче, я вчера вот себе так оборвалась на прощавшись, потому что дома как там опять она заключила эта игра, но я решил, что не буду я вчера ее продолжать, я записал серию с продолжением, вот. Поэтому мы с вами продолжаем вот на эту дырку, которую надо использовать больше. Что там было написано? Не понял. Блин, ну опять что ли что-то пропустил, да? Фотография была, ну это, блин, это я видел. Странно. Давайте откроем. Да. Джош? Джош. Ну-ка. Джош! Ах ты, мальчик, засранец. Помоги мне! Джош! Не дай мне упасть! Нехило тебе так. Джош. Даже, блин, я свалился, ну так кто же знает. Эти какие-то вон челочка. А, боеприпасы, отлично. Челочка. Так что у нас блин. О, ну пчелок много их опашек. Пышки много, хорошо. Так, ну давайте, что у нас тут? Что же тут пес делаешь-то? Вот, интересно. А, то есть, блин, зачем ты? А, то есть, ну, точно. Мэр Барли. Мэр Барли! Здорово. Мэр Барли, мне нужно с вами поговорить. Да? Ну, тогда запишись ко мне в офис на прием. Да что ты говоришь? Вы помните меня? Мой отец был шериф. Кто? Адам Шепард? Этот идиот даже булочную не защитит. Оставь меня в покое. Ах ты, козел. Какого черта произошло в Шепард Глен? Вы же мэр. Эти люди на вашей совести. А теперь слушай меня, ты маленький засранец. Я сделал все, чтобы защитить этих людей. Да. Но невозможно остановить то, что уже началось. Так что же еще, мать твою, ты хочешь от меня? Как насчет вашего сына? Вы не хотите его защитить? Мой мальчик? Я вел себя с ним недостаточно хорошо. Но я покупал ему много всего. Помнишь, Джоуи?
помнишь этот отличный подарок для тебя? Я ищу своего брата Джошуа. Они с вашим сыном были друзьями. Вы видели кого-нибудь из них? Джоуи? Джоуи не хочет плодиться с вами. И почему он тебя так интересует? Потому что Джошуа с вашим сыном могут быть вместе. Вы не знаете, где они? Может, вы меня отведете к ним? Я никуда не пойду с тобой, урод. Так ты сам козел. Ты не в силах понять намек и свалить нахрен от меня. Я просто хочу остаться здесь и уснуть в саду. Джоуи любит свой маленький сад. Ах ты, сам так, что ты сделал. Что это за чертовщина? Это вашего сына. Не так ли? Где он? Джоуи? Да, Джоуи. Он друг моего брата. Мне надо найти его. Не нужно было возвращаться, а в плохие времена. Люди перестали мне верить. Я их не могу защитить. Защитить от чего? Что ты сделал? Что-то пришло и забирает их. Тебе не остановить. Но тебя забирают. Кто их забрал? Что ты несешь? Где мой брат? Блюдо. Тебе их не спасти. Thank you.
посмотри, что делать. Попадаешь по мне, ублюдок. Это был первый босс, как его кличут могильщиком. Ничего сложного, просто уворачиваешься и бьешь. Сперва надо 4 мешка этих кровяных срубить. Он упадет на землю и начнет вот эта собака махать руками своими. Так несколько раз, ничего сложного. Он как раз вот первого босса я давным-давно завалил, но а дальше я вот как раз до вот этой вот тюрьмы полицейского участка доходил, и все. Тут начинается самое проблемное место. Ну, точнее не здесь, там я, кажется, до канализации доходил. Так, отлично, просто аптечка, ничего нет, отлично, отлично, отлично. Ну, то есть предмет. Я же жду воли, чтобы было забыть все, что мне нужно, воли, чтобы разум сохранить. Ты же ищешь выход в железной заперти. Надеюсь, только на себя назад за дальний путь.
Заместитель Уиллер? Так, так. С возвращением в мир живых. Как я здесь оказался? Я тебя принес. У меня еще не до конца сложилось мнение о тебе. Уиллер, но ты же знаешь меня. Отпусти меня. Никуда ты отсюда не уйдешь. У меня к тебе вопросы. Рассказывай. Я не знаю. Последнее, что я помню, я был в оранжерее с Барлетом. Сэм Барлет? Этот лунатик? Где он? У меня есть к нему пару вопросов по поводу того, что творится вокруг. Ну, больше вы у него ничего не спросите. Он мертв. Мертв? Черт! Лучше расскажи, что ты видел, Алекс. Я хочу знать прямо сейчас. Я просто пытаюсь найти своего брата. Я думал, мэр о чем-нибудь знает. Его сын ведь тоже пропал. Много людей пропадает, но это не дает тебе права убить человека. Я никого не убивал. Тогда что произошло с мэром Барлетом? Это было существо, но намного хуже, чем остальные. Оно возродилось из этого чертового дерева, и эта хрень убила его. Это правда, я клянусь. Так значит, ты тоже видел этих тварей? Еще дурак, что? Нам нужно идти, оставаться опасным. Пойдем. Ты знаешь, чувак, сложно. Быстрее, иди за мной. Пойдешь, проверишь. Чёрт, здесь мы не пойдем. Да быстрее, ну быстрее. Посоронешечка, давай. Подожди, там. Дай подумать. Так, слушай, я знаю, кто поможет нам выбраться отсюда. С этой игрой, господи, ну почему все так гребет, ну? Доктор также связан с этим дерьмом, как и мэр. Доктор Пич? Да, все не знают больше об этой чертовщине, чем говорят. Меня уже достало быть в неведении. Они? О ком вы говорите? У меня нет времени, Алекс. Просто верь мне. Мы должны добраться до доктора, прежде чем и с ним что-нибудь произойдет. Давай, пришлось немножко отойти. Поэтому продолжим снова Silent Hill. Дошли. Так, что же нас тут ждет? Это нехорошо. Совсем нехорошо. Быстрее в кабинет, шериф! Туда! Хорошо! Давай! Так, я не думаю, что это хорошо. Капец, как нехорошо. Так, а где у нас? Ты идешь? Смотри,
Че, его спасти никак нельзя? Подожди, а тут че? Тут. Смотри, какой парень мощный, а? А тут че? Не серьезно? Участком, мы тебя там встретим. Пойдем через холл и пройдем через баррикады, я прикрою. Ладно? Хорошо. Ты подожди, прикрою, тогда я посмотрю. Не, не готов. Мало. Ну, если из пистолета только мочить. Так, подожди. Да нет, 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 я же хотел. Чувак, мы с тобой. Из нас бы вышла хорошая команда. Обнаглел, что ли? Все, все плохо. Ну, давай-ка, попадаемся с тобой. Не, у вас, ребятки, что-то много, идите вы в задницу. Реально так без вас много. Да ударь ты. Ты козел, блин, ты посмотри, плотный парень какой, а. Вот их реально тут очень много, и ты, блин, ты посмотри, если с топором их, блин,
Вот так с ним удухаться, ну это вообще никак. Идти сразу. Ну, как всегда, короче. Подожди, я чуть не понял, куда надо. Какой другой, какой-то другого-то и нет. Конечно. И вот тоже вряд ли что-то есть. Казанёк не заходит. Тоже не заходит, что-то вы ждёте. Тоже закрыто. Тут. Ага. Ладно, давай сюда. Блядь, ты издеваешься, тварь, а? Полезно, пошел. Я с этим утырком не справлюсь нихера. Да,
дробовику, ага. Просто реально с ним сложно, я же говорю. Вот этот вот участок с этими утырками, это рили сложно. Птички на них собак потратила. Возьми ты ее. Два патрона из дробовика, прикиньте, вообще плотный парень. Смятая записка, бумага затерлась, весь текст не врачей сверху написано. Только время покажет, кто будет жить. Да, оптимистично. А я знаю пароль. Патрончиков еще. Усенька. Издеваешься. Да я его в жизни не убью. Да что ж ты тупая-то, собака, ты посмотри, бля. Что ж ты не прыгаешь-то от него? Да. Да ты... Ты посмотри, блядь, у тебя тупая шар... шарндоебина, а? Так, блин. Я здесь. Давай. Это тройнец какой-то, да? Спасибо. Алекс, Демирин. Не думаю, что он успел. Да вы что, издеваетесь, что ли, да? Прячемся в канализации. Давай. Врагов вот настолько представлено. Как тут на самом сложном играть надо было. Пиздец вообще просто. Я же говорю, вот как раз я до канализации доходил.
тоже одна из таких вот сложненьких локаций. Ну вот куда мы патронов, считайте, нету. На пистолет там по-любому, блин, будет бесполезен против вот этих вот, я не знаю, что это, блин. Топор, блин, топор убивает вот этих вот плоскоголовых вообще, я не знаю, раз из десятого. Ну, бог, хоть он с топора убил этого, блин, боксера тупого. Становится хуже, Алекс. Весь город разваливается. И мы ничего не сделаем. Мы никогда не найдем их. Конечно, не найдете, они уж все мертвы давно. Твоя сестра. Я не знал. Когда все началось, она пропала. Твоя мама сказала, что все изменилось. Я ее неправильно понял. Слушай, мы найдем ее. Все взаимосвязано. Если мы найдем Джошу, мы ее найдем. Козел мне хп стукает, но, сучка, ничего нету. Алекс, здесь винтик, может он открывает ворота? Да сейчас, подожди. Блин, и аптечки ни хрена нет, блин, вообще. Полная какая-то задница. Я подержу их, приходи. Ничего себе ты, подожди. А тут что, разве не было вентиля? Странно мне казалось. Хорошо, идем. Да идем, идем. Не подходи! Так.
не можу взять. О, подожди. Все. Так. Нам бы хелочку и нам бы сохраняшечку бы вот. Блин, серьезно, последнее сохранение это было аж в самом участке. Это реально очень плохо. Ребятки, сложно, прям вот жопа дробящая, как сложно. Так, давайте здесь сохранимся. Локация канализации, ага. Так. Паники, это что такое? Взял план-карту. План-карту канализации. О, это хорошо вообще. Дела нужны. Боеприпасы к дробовику тоже хорошо. Так, это что? Кто-то замурованный лежит. Я примерно, короче, знаю, что тут вообще происходит. Но я не буду спойлерить. Давайте мы взяли вроде с вами все, поэтому сохранимся еще раз. Пойдем дальше совершать наши великие дела. Блин, ну вот плохо, что хилчики нету. Пол хп, конечно, это очень мало. Сейчас пару хилочек бы. Можно было бы дальше продолжать. Вроде, да? Но мы с вами вроде все осмотрели. Больше ничего нет. Да, здесь мы были. Там. Так, ладно, давайте пойдемте вниз тогда. Даже меньше пол хп, чем плохо. Придется радовать только. Пистолетом. Что-то хочет туда пойти. Так, это что там?
давайте, знаете, сюда с вами. Да куда ты постоянно бежишь, я не пойму. Совсем прям все будет. Подожди. Куда мы успеем сходить? У нас вот что-то тут. Давай сюда что с вами. Что тут есть? Собственно, для чего это было сделано? Просто так, что ли? Ничего. Интересно. А вот тут наш что есть? Так, подожди. Нет. Так, пойдем с вами туда. Странно. А зачем сделали вот эти вот штуки? Ладно, окей. А ну-ка, еще, да. Так, ну что сюда? Да, скорее всего, сюда. Хилочка. О боже! Четыре патрона. Одна хилочка, это хорошо. Пока что мы и с меньшим хп справляемся. Патрончики вроде есть. Пока что
хочу я сейчас тратиться на хилочку. Потому что, блин, фиг его знает, вдруг вот эта хилочка на всю канализацию одна. И вот этого очень бы не хотелось. Так, а куда же это сказал-то нам? Козел уже вылез, козел вылез, блин. Опаш. Спасибо, мадам. Какая тварь плотная. Спокойно, мадемуазель. Все будет. Ты что ли там скребешься? Что это? Бедро боевичку. Зачет. Ну-ка давайте-ка. На всякий пожарный. Так. Блин, ну 4 патрона на эту тварь надо. Посмотри, какая плотная мразь. Так, ты идешь? Давайте-ка выключим. Твоя. Смотри, говнюк какой. Так, нужны патрончики к пистолету. Еще на двоих таких упырей хватит, а вот дальше... Желательно бы еще бы одну сохраняшечку бы дали бы. Я был бы очень бы рад. Это мне подсказывает, что я тут уже не был, то есть я тут не играл, я даже не вспомните, что нас может ждать тут. Да что, серьезно что ли туда прыгать надо? Очень плохо. Она не переберется, да?
сможет что-то туда? Хорош. Ах ты, козел, вон ты где. Что же делать? Приходится чем-то жертвовать. Пойдешь? Это чем, на чем смотреть? Ну-ка, давайте. Ни хера ты плотная. Спасибо, игра. Лайк. Слушайте, ребятки, а правда, а где бы сохраняшку найти? Там пилить-то вообще-то далековато. Просто шикарно. Спасибо. Прям большое. Давайте, наверное, с вами посмотрим, что тут у нас вообще будет. И, наверное, будем заканчивать на сегодня. Если немного сделали, мы убили босса, абсоса. Уйти. Так. А, ну да, мы спрыгнули оттуда, ну давайте-ка. Полезное вообще место. Тут же ничего нет. Да, тут ничего нет. Ни хилок, ничего просто. Ладно. Туда мы пришли. Пошли сюда, что ли, ничего. Какой-то проход дальше. Нет. Тут что-то все загорожено, да? Так. Ну, сюда мы давайте, наверное, пойдем в следующий сын. Сохраняшечку мы нашли.
хп нам пока что хватит, поэтому всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. И всем до встречи, всем пока. В следующих видео увидимся.